Звезда Голливуда Билл Мюррей получил почетную премию Марка Твена как лучший комик страны. Звезда таких фильмов, как «Охотники за привидениями», «День сурка» и «Трудности перевода», а также других известных картин. Он был немного удивлен таким почестям, но с радостью принял награду. Ежегодно присуждает Центр искусств имени Джона Кеннеди ее в Вашингтоне. И президент центра поделился, что Мюррей просто очаровал нас своими незабываемыми выступлениями и эклектичными персонажами. Премию вручают уже 19-й раз. И среди предыдущих лауреатов есть такие звезды, как Эдди Мерфи и Вупи Голдберг. It's a big deal. I'm not really processing it too well. I'm kind of dazed by it. You know, it's sort of like winning the lottery or something incredibly.